это точно не про меня. Ваш мужчина может быть счастлив с какой-то другой женщиной, но создавать иллюзию для самой себя, мне так страшно было бы оказаться в таких отношениях. 7 месяцев, это очень тяжело, я вообще там вешалась на стену. Я вообще против таких вещей. Этот вопрос, он вызывает у меня какие-то неприятные эмоции. Кто из подруг вам ближе, Таня или Крис? Периодически я задаю сама себе этот вопрос. Всем привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Сегодня у нас будет видео вопрос-ответ. Давно не было такого видео. В основном я в Инстаграме, в своем Инстаграме. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. В общем, часто в Инстаграм приходят ваши вопросы ко мне, да, кому-то я отвечаю лично. Кто-то хочет быть услышанным в видео, чтобы порассуждали. Ну и вообще я люблю эти тематические видео такие, да, у нас, поэтому... Я сделала в Инстаграме отдельный пост, где вы задавали мне свои вопросы. Сейчас я постараюсь ответить на все. Единственное, что я не буду, наверное, одни и те же вопросы, которые уже всем надоели. Я не буду их сюда вставлять. Мы какие-то новые интересные вопросы с вами обсудим в наш пост. Почему, вот я еще говорю, под конкретно одним постом писать, да? Потому что мне проще. Вот так я зашла. Во, еще 15 вопросов добавилось. Итак, ну про мужа опять же здесь будут вопросы, да, но такие косвенные. Например, как мама относится к твоим отношениям с мужем, что физически нет рядом. Кстати, я просила писать тематические вопросы про отношения, взаимоотношения с подругами, с родителями, с любимыми. Я очень люблю эту тему, да, мне кажется, я в ней так неплохо разбираюсь. Вот, и в принципе просто альтернативное мнение какое-то узнать интересное, да, например, вот мое с моим взглядом, моим мировоззрением. Кому-то интересно бывает. И самой мне всегда интересно на эти темы порассуждать, потому что мое мнение – это не последняя инстанция, естественно. Вот. Но так получилось, что много вопросов еще есть. Ну, в общем, мы сейчас затронем все вопросы по чуть-чуть. Итак, как моя мама относится к моим отношениям, что с мужем на расстоянии, да, что мы абсолютно нормально. И я вам так скажу, что ваши друзья и ваши... близкие, ну, как бы они на то ваши друзья и близкие, что они должны вас поддерживать. Самое главное, это то, как относитесь вы к своей половинке, да, если вот мы говорим о друге, допустим, да, как твоя мама относится там к подругам, к моим, там, к одной, ко второй, к третьей. Я своих подруг люблю, я их ценю и уважаю, а значит, все мои близкие, все мои приближенные будут уважать и ценить моих друзей, мою половинку, мои друзья будут уважать мою маму. То есть, как я поставлю все это дело, так и будет, понимаете? От нас зависит, как относятся наши близкие к нашим близким, поняли, да? Вот, поэтому она относится к нему точно так же, как и я. И вообще для нормальных родителей важно, чтобы просто их ребенок был счастлив. И если он счастлив, то это уже большое дело. Они уже могут успокоиться. Сид спрашивает, твои подруги знают о твоих отношениях? Вы делитесь на такие темы с ними? Конечно. Вот мои близкие подруги... В принципе, в курсе всей моей жизни. Я вот вам снимаю видео, да, влоги на своем канале, и вы практически знаете мой каждый день, как я провожу, ну, за исключением деталей, например, да, я не рассказываю, как я тут ухаживаю за сыном, как я его купаю, там, вот такие моменты, да, вот чисто мамские. Как я готовлю, я очень редко снимаю, как я убираю квартиру, мне кажется, это, честно говоря, неинтересным, да, то есть я могу так, в общем-то, там, о, уборочку завела, там, показать, там, что я, типа, протираю, и то, это, знаете, как разнообразить свой влог, так чтобы это было интересным. И вот я снимала там на убыстреночке всю уборку, мне это не особо интересно, интересные вот распаковочки, это я могу отдельные видео снимать, новые шмоточки, куда-то мы пошли, что-то интересненькое, вот такое, знаете, это да. А вот такое мамское нет. Поэтому что за вопрос был? А, по поводу подруг. Естественно, мои подруги, они знают еще больше. И я вообще не понимаю, как вот так вот дружить, да, и... Ну, это не дружба получается, наверное, какая-то. Это просто знакомые, да.
Мне кажется, вот я дружу, да, с человеком, если меня спросят, вот человек открывается мне, я знаю про его отношения, вот его семья, вот его дети, знаю, о чем человек переживает, как он живет, какие у него планы, ну, как бы делится друг, да, и как бы я в курсе, я не лезу никуда, мне особо все там знать и не надо, да. Кто-то бывает там бережет какие-то, думает, ой, сейчас ничего никому не буду говорить, сейчас вот сложится, да, то есть для меня это нормально, то есть я не считаю, что это он не по-дружески, не делится со мной, да. Но в целом я как бы знаю жизнь своего друга, знаю какие-то детали, которые, может быть, там кто-то не знает из знакомых. Ну, соответственно, и я всегда взаимно, да, то есть я тоже приоткрою завесы какие-то. Я вообще не люблю, если честно, недоговорки, потому что бывает часто спрашивают тебя там, а что вот это? И ты как бы вот этот момент не говорил и такой, ну, как бы понимаете, вот эти вот моменты, это как-то... Видно, что ты что-то скрываешь, видно, что ты до конца не открыт, и как-то это как-то неискренне, знаете, такое, наполовинку. Я так не умею, если честно, дружить, поэтому мои подруги все обо мне знают, а я о них, как правило. Мария спрашивает, тяжело ли вести два канала? Да, непросто, приходится снимать, вот я выпускаю видео на один канал через день, на главный канал, и на другой канал тоже видео через день. То есть получается, что каждый день у меня выходит видео, да? И для этого нужно их снимать как бы каждый день, да? Но каждый день снимать не всегда получается, потому что есть какие-то дела, бывает, ты уйдешь куда-то на целый день, придешь, и ты без задних ног, естественно, да, ребенок, и все это может быть сложно, и вдохновения бывает нет. Поэтому чаще всего, когда приходит вдохновение, я выбираю какой-то один день, у меня накапливаются видео, и я прям стараюсь снимать. Но так получается, что... Ну, прям, знаете, вот два видео ты снял и уже устал. Третье видео ты как бы добиваешь, четвертое, это у тебя открывается второе дыхание, если у тебя получается так, да. Ну, как бы это моя жизнь, в принципе, я ничего другого не делаю, как только и думаю о том, чтобы снять, и снимаю. Вот, хорошо мне помогают монтировать видео, и поэтому, в принципе, для кого-то это крайне тяжело. Кому-то тяжело и один канал вести, и раз в неделю видео выпускать. Тяжело, понимаете? А кто-то, ну, получается, трудимся, работаем. Я еще хочу каналы открыть. Просто как ты все это компонуешь, как-то ты вот находишь все-таки выходы. Когда очень сильно чего-то хочется, ты находишь выходы и возможности. Вот так жизнь складывается. Вот интересный вопрос. Если бы вы должны были прожить один и тот же день снова и снова, какой день в своей жизни вы бы выбрали? Честно говоря, вот я задумывалась об этом вопросе, и этот вопрос, он вызывает у меня какие-то неприятные эмоции. Я настолько люблю разнообразие и перемены, чтобы что-то менялось, и когда одно и то же, то есть даже в жизни так не бывает, одно и то же. Одно, ну, как бы оно все относительно, да, одно и то же. У нас мама там, да, родила ребенка, к примеру, и у нее там день сурка. Встала там, накормила, это вот как бы день сурка, да, иногда говорят. Но это не день сурка, это вопрос того, как мы посмотрим. Но на самом деле это не один и тот же день, да, проживать день за днем. А если вот так прям говорят, один и тот же день проживать день за днем, блин, я бы вообще так не хотела. Мне вообще не нравится эта идея. Я боюсь даже сказать, что вот этот день, блин, да нафиг, не дай бог сбудется. Поэтому я ни в коем случае не хотела бы проживать какой-то один день снова и снова. Чем бы вы занимались, где бы работали, если бы не блогерство? Периодически я задаю сама себе этот вопрос. Если вдруг не блогерство, то что? И, честно говоря, вариантов, чем заниматься, может быть уйма. Ну, я даже не хочу тратить на это сейчас энергию, чем бы я могла заниматься. Я могла, в принципе, если уж сильно нужны будут деньги, да, какие-то прям необходимость такая, я, в принципе, могла бы устроиться просто на работу и работать, например, работа хостес или администратора какая-то мне, в принципе, нравится, да, в салоне красоты или где-то. Это что говорить об такой работе, да, вот прям... если ничего не придумал. Вот. А вообще, конечно, что-то со своим бизнесом хотелось бы связать, да, либо что-то, какие-то шоу-программы. Хотя возраст, я уже понимаю, что я немножко устаю, и, конечно, я уже не то. Мне очень хотелось в свое время, мне очень хотелось, знаете, вот клубы, танцевать в клубах, мне нравится, go-go там, да, или какую-то шоу-программу делать, да, там собрать девочек, например, да, я там пою, кто-то танцует, да, я также могла бы танцевать, в принципе, да, там выучить какие-то, как их называют, связки, да.
и что-то такое придумать, было бы интересно. В общем, сложно сказать, это опять надо начинать поиск себя. Просто блогерство – это мое все, да, и, ну, как бы, это вот я нашла себя в этом, и как-то вот одно из другого выходит, да, я тут могу и это делать, и то, и третье, но оно все на платформе блогерства. А если это у меня забрать, очень сложно потом. В принципе, я могла бы заниматься чем угодно для того, чтобы заработать деньги, да, то есть вариантов очень много. Но так, чтобы я снова это так вот любила и отдавала всю себя, я, честно говоря, не знаю, что бы это могло быть. Если бы вы могли иметь в собственности только 5 вещей, какие бы вещи это были? Господи, в собственности 5 вещей. Конечно, это были бы какие-то, блин, какие-то вещи. Вещи именно, вещи, да? То есть мы говорим о вещах, мы не говорим о людях. Людей мы не имеем в виду, мы имеем в виду вещи, что-то материальное, правильно? То есть если бы я могла окружить себя какими-то вещами, там, да, я бы говорила о каких-то вообще нематериальных, духовных вещах, да? На фоне чего все материальное такое как бы меркнет, да? Но мы не говорим об этом, это же не вещи, да? Мы говорим о материальном. И если говорить о материальном, в 5 вещей в собственности, ну, наверное, я бы хотела себе какой-то дом в собственности, большой, классный, такой весь богатый, дорого-богато, все защищенно, там, неприступно, а крепость, огромный просто дом, который только можно себе представить красоты в собственность. Естественно, машину, ну, как бы, да, такие же вещи спрашиваются. Машину, бизнес в собственности какой-то огромный, не просто там какой-то салон красоты, какую-нибудь корпорацию лучшую в мире, понимаете? Ну, то есть, любое, что бы я ни взяла, я бы хотела, чтобы это было самое дорогое и лучшее в мире. Уж если уж 5 вещей, вот. Ну, вот так. Деньги в собственности. Бесконечное множество денег. Вот так. Не одну деньгу. Бесконечным деньги, да? Ну, такой интересный вопрос на самом деле. Так, почему твоя татуировка Don't Stop сделана не по канону? Это твой призыв самой себе, интересно узнать ее историю. Да, это мой призыв самой себе не останавливаться в духовном развитии. Вот здесь вот у меня татуировка Don't Stop на английском. Только я не поняла вопрос, почему твоя татуировка Don't Stop сделана не по канону? По какому канону? В моей жизни... Каноны – это я сама их делаю, каноны эти. Поэтому я не понимаю вообще, о чем речь, какие каноны. Не по чьим канонам я сделала. Вопрос, кто из подруг вам ближе, Таня или Крис? Интересный вопрос тоже. Девочки очень разные. В мою жизнь пришли по-разному, в разное время. И я не могу сказать, кто из них мне что ближе. Да? Они очень разные и очень по-разному, вот, да, я их ощущаю рядом. А что касается, с кем дольше я дружу, то с Кристиной мы дружим с пеленок, еще наши мамы дружили, общались, жили на одном этаже, вот, долгое время. И мы прям с пеленок с ней вместе, мы и дружим практически с пеленок, мы в коридоре вместе лазили. И когда наши мамы отдыхали, мы к друг другу приходили в гости и пели в дезодорант, понимаете, лак для волос, в дезодорант пели. Делали друг другу концерты, я не знаю, там играли в коридорах, вот, ну, там мы жили в таком месте, да, там вот в коридорах играли. Мы учились в одном классе, то есть в садик, по-моему, мы в разные садики ходили, да, не знаю почему, наверное, так было как-то удобнее, так сложилось, но мы с первого класса в одном классе, потом там нас расформировали, и как бы мы до сих пор дружим, да, и, ну, да, мы до сих пор дружим, и я ощущаю нашу дружбу крепкую, нашу связь, не то, что даже дружбу, я даже это назову большей дружбой, это связь, определенная связь, практически как родственная, не знаю, я ее всегда считала своей сестрой. Она мне даже как младшая сестра, она младше меня. Не намного, конечно, но я ее даже по какой-то энергетике, да, вот по каким-то таким вещам ощущаю как младшей сестрой, которую надо оберегать, у которой надо заботиться. Вот, стараюсь.
Вот. А Таня, а это по-другому. Мы уже с ней познакомились уже в более таком сознательном возрасте, в училище. Да, если Таню брать, у меня еще подруга Люси есть, мы с ней еще позже познакомились, еще в более сознательном возрасте, да, там другая история, то есть это уже вообще связь такая духовная, можно даже сказать. В общем, с Таней мы познакомились уже в училище, и она была мне как наставница поначалу, да, то есть она меня учила, я была такая маленькая, неопытная, ничего не знала, особенно в плане общения с мальчиками, да, она меня учила, она мне говорила, что одеть, как вот мне вот здесь прядь повернуть, как мне накраситься, лучше как говорить, лучше как себя вести, лучше, и вот она была моя наставница и тащила меня везде за собой, все у нас будет, и ты со мной, вот она привязывается очень к людям, вот она меня полюбила с того возраста, и вот до сих пор любит, вот, и как-то вот так она меня с собой таскала. Это было все такое до определенного времени, потом у нас был перерыв в общении такое, да, и сейчас мы снова дружим, дружба возобновилась такая же, как и была, связь точно такая же, как и была, но сейчас, мне кажется, мы немножко поменялись ролями. Теперь, мне кажется, как-то она больше ко мне прислушивается, да, вот как-то в какой-то момент я вырвалась, да, в опыте, как-то опыта, мне кажется, больше какого-то поимела, да, может быть, знаете, как на своих ошибках, духовного роста у меня вот много, да, может быть, вот это все с этим делом все связано, более такая эмоциональная, спокойная, более такая стабильная, более какая-то прагматичная, да, вот, менее эмоциональная, и поэтому более холодный рассудок у меня. Вот. А Таня, она наоборот такая горячая штучка, у нее эмоции впереди, и бывает часто она вообще, то есть она даже не может соображать здраво из-за того, что ее эмоции ее захлестывают. И в этот момент, когда она мне звонит, как-то я начинаю что-то говорить, и она такая, блин, да вот, вот все вот так. Ну, то есть, а она уже, ну, как бы, понимаете, да? Теперь получается, я как старшая, я как старшая сестра вот теперь, да, я как человек, который, что ли, ну, короче, старше, слушать меня надо. Вот, и поменялись мы ролями, можно сказать так. И вот Люси тоже у меня, да, подруга, мы с ней уже в Москве познакомились, и это такая у нас духовная связь, мы познакомились в буддийском центре, у нас один учитель, и у нас вообще такая с ней... связь и разговоры, очень много о таком высоком, духовном, о каком-то внутреннем росте, работе над собой. У нас вот даже если мы просто болтаем, мы можем начинать от одного, да, рассказывать, общаемся там то-то-то, и все наши разговоры всегда приходят к тому, что нужно работать над собой, разбор эмоций внутренних каких-то, да, вот, вот эта внимательность, работа, ну, такая у нас духовная, короче, связь с Люси. Вот. Но девочки все по-разному, и, но они все одинаково мне очень близки. Да, связи очень крепкие. Так, Анна задает вопрос. Селена, у меня такой вопрос. Я, конечно, понимаю, что у тебя, наверное, такой ситуации не было, наверное, но интересно твое мнение. Может, совет какой-нибудь? Ты у нас мудренькая, умненькая. Вот сложилась ситуация, что после 9 лет совместной жизни я понимаю, что не люблю своего мужа, вот прям вообще, как чужой мне человек, не мой. Но уйти мне некуда, пока это в планах. И жить так очень сложно. Никому не пожелаю. Вот как можно облегчить себе это пребывание с ним? Когда решится вопрос с моим уходом от него, это пока неизвестно. Придется терпеть. А он-то думает, все окей. Я не особо показываю свое отношение, просто может совет. Как создавать себе купол тишины, когда он рядом и бесит, например. Может мыслить как-то по-другому. Вообще, если есть идейка, буду благодарна. Конечно, Анна, если вы меня смотрите давно, то, наверное, вот вопрос, как создать себе купол тишины и что такое, вы, наверное, могли бы догадаться, что это вообще в принципе не про меня. Я никогда не занимаюсь, знаете, может быть, создать для кого-то иллюзию, да, чего-то. Это каждый из нас в какой-то момент там делает иногда, да, это нужно, может быть, для кого-то, да, иллюзию создать. Но создавать иллюзию для самой себя – это точно не про меня. Я человек в этом смысле нетерпелив. И я должна, знаете, вот чем дальше моя жизнь шла, тем более вот в этом вот принципе я очень устойчива. Я должна чувствовать себя хорошо. Я никогда в своей жизни по собственной воле не пойду на какие-то вещи, чтобы я терпела, чего-то терпела. Для меня свобода превыше всего. Для меня условия, в которых я живу,
не так важны, как внутренняя свобода. Я себя ощущаю настолько сильной, настолько самодостаточной, настолько прорывной, целеустремленной, что куда меня ни забрось, я буду везде карабкаться вверх. Поэтому условия, в которых мне нужно было бы кого-то терпеть, ждать что-то, и вот вы говорите, бесит, и вот как-то это некомфортно, да, и я бы не смогла, я просто не смогла бы существовать в таких отношениях, правда. Я даже не могу представить, как это должно так все сложиться, чтобы мне, вот нет вариантов, и все, вот должна ты терпеть, и все. Наверное, я бы старалась полюбить. Я бы старалась полюбить человека, который рядом, с которым я, вот, ну, тупо мы там на необитаемом острове, да, он такой там какой-то плохой, там, к примеру, да, я не знаю. Я постаралась бы его полюбить, понять, разобраться. Я бы, блин, все сделала для того, чтобы не терпеть, а чтобы принимать участие в этом во всем, да. Я не знаю, комфортно себя чувствовать в этом. Просто так придумать и оградиться. Это очень тяжело, это очень энергозатратно. Я просто физически, мне кажется, не смогла бы и не хотела бы даже на это энергию тратить. Это ничем другим не заниматься, только бы заниматься вот этим вот куполом, который ты выстраиваешь. Но в нашем современном мире, честно говоря, я не представляю, какие условия должны быть, какие страхи внутренние, какие желания должны заставлять тебя... человека, да, не вас конкретно имею в виду, а тебя, человека, оставаться в каких-то таких жутких условиях, когда, блин, мы свободны все по своей сути, мы можем сказать что угодно, да, сделать что угодно. Нет, но мы остаемся в каких-то сложных условиях, создаем себе вот этот купол, бесимся чему-то. А самое интересное, еще и обманываем человека, то есть обманываем человека, ему кажется, что все окей, все хорошо. Мы не показываем своего истинного отношения, то есть мы еще и человека в заблуждении. Он может быть счастлив, он на самом деле вот так вот со стороны, да, ваш мужчина может быть счастлив с какой-то другой женщиной по-настоящему, может испытывать какие-то эмоции, я не знаю, радоваться жизни, взаимность чувствовать, там, чувствовать себя на вершине, а может даже и достичь чего-то еще благодаря женщине определенной рядом, да, в жизни. И, короче, возможностей море, а мы, да, потому что нам нужно сидеть рядом с каким-то человеком, рядом. Мы не даем ему возможности этой. Мы его обманываем, делаем такую иллюзию. Все хорошо, внутри свой какой-то план. Я вообще против таких вещей. Я не за обман, я не за страдания, я не за самообман, да, и не за терпение. Я вообще не понимаю. Хорошо, я знаю. Я вообще не понимаю, как это возможно. Мне кажется, это определенный склад ума, определенная выдержка и настолько терпеливые люди, и настолько циничные, может быть, в какой-то степени, да, что могут такое вообще проворачивать. Честно, мне бы надолго не хватило. Даже вообще, меня бы даже на минуту не хватило. Я настолько в этом смысле... Ни минуты, наверное, не выдержала. Селен, добрый день. Скажите, пожалуйста, какая самая большая разлука между встречами была с мужем? Мне предстоит 7 месяцев ждать любимого, и прям грусть берет. Хотя время скучать, скорее всего, не будет. На мне остается ремонт в квартире. Да, было у нас, по-моему, 7, полгода было у нас. Но мы всегда на связи, как бы я не чувствую вообще этих разлук, если честно. Не чувствую. Мы всегда на связи, мы, вот знаете, вот, ну вот у нас все есть, кроме как того, я уже говорила, да, кроме как того, я вот человека вот так вот, да, там, пальцем трогаю, да, вот так вот, ну, рядом лежу, там, мимимишки, но у нас есть все. Мы обсуждаем вместе планы, мы разговариваем, мы ржем, мы ругаемся где-то, да, там, что там, вместе там обсуждаем, там, не знаю, воспитание ребенка, как лучше, не лучше. Ну, то есть у нас все есть. Вот внутренне я вообще себя не чувствую как-то, что у меня чего-то там недоделано, да, что у меня какие-то недоотношения только от того, что мы не спим рядом вот в кровати, да. Я себя чувствую очень даже в полноценных отношениях. И это самое важное, мне кажется, что ты чувствуешь внутри, да. Поэтому не знаю, как
Я не знаю, как. Если бы я чувствовала себя со своим любимым человеком как-то одиноко, мне бы его не хватало, и я бы справлялась с какими-то моментами, то, наверное, я бы вас поняла. И я бы сказала, точно, да, 7 месяцев, это очень тяжело, я вообще там вешалась на стену, это было так тяжело. У меня такого не было, понимаете? Ни разу. За 6 лет, у нас уже более 6 лет, уже 7-й год пошел наших отношений, и не было ни разу, чтобы я вот чувствовала такое, какое-то одиночество. Поэтому ничего здесь вам сказать не могу. Так, сложно ли тебе было начинать жизнь по планам дня, и как скоро ты адаптировалась в жизни по расписанию? Хочу сказать, что каждый день я твержу, что встану пораньше, все успею делать, план на день. Но пока разберусь с сыновьями, у меня их трое, времени выспаться просто нет. Естественно, в этой суматохе весь день. Вывод по плану из 10 выполнено 3. Поход в магазин, приготовление ужина и уборка. Голова кругом, как все это успеть, расскажи. Интересный вопрос, просто с самого начала прозвучал. Сложно ли тебе было начинать жизнь по планам дня? Как скоро ты адаптировалась к жизни по расписанию? Я вообще не про расписание. Я вообще, это не расписание. Я не живу по расписанию. Я, может быть, хотела бы когда-то, да, и, может быть, пыталась, но примерно точно так же, как у вас, 3 из 10 это и было. И по сей день это также бывает. Честно говоря, чтобы успевать все по расписанию, расписание нужно делать маленькое, да, то есть если у вас получается выполнить поход в магазин, приготовление ужина и уборка, то ставьте эти 3 и плюс еще 1, да, и не факт, что вы еще его и выполните, да, и ничего страшного. Перенесите на другой день. И у меня вот так вот, честно говоря, есть список дел, которые я должна сделать. Просто я бывает забываю. Я их пишу. Какие-то я сделала, я сразу вычеркиваю. Какие-то остались, я их переношу на следующий день и дополняю их. Опять какие-то сделала, я переношу на следующий день и дополняю их. Вот примерно так я и делаю. Я не живу по расписанию. Я очень редко стою под будильник. Только если я кому-то обещала прям реально и понимаю, что времени не хватит, если я не встану рано. Но это очень редко бывает. Очень. Раз в месяц, раз в 2 месяца. В основном я встаю... как вот я просыпаюсь, или Денька меня будет, да, мы просыпаемся и готовим, и как-то больше у меня по наитию, потому что по расписанию еще очень сложно, я человек эмоция, я, может быть, себе напланирую там завтра всего, но встану и пойму, что я ничего не хочу делать, и поэтому, так, сейчас батарейка будет садиться, встану и пойму, что ничего не хочу делать, поэтому я не могу, блин, ничего планировать. И я вижу это особо бессмысленным даже. Я просто пишу дела, которые я должна сделать, и про них не забыть. И хорошо, если они записаны. Сейчас поменяю батарейку. Вообще, очень часто мне задают вопрос, Лена, как ты все успеваешь, как ты все успеваешь? Честно, у меня слишком много желаний, у меня очень много амбиций, у меня в жизни еще очень много планов, которые я должна реализовать. Время идет, я еще считаю себя молодой девушкой, да, и я понимаю, что время идет, и все равно возраст сказывается как-никак. Вот ты уже быстро устаешь эмоционально, да, у тебя уже не те какие-то желания там и еще что-то, а хочется как-то все успеть. Хочется, чтобы у тебя еще остались силы наслаждаться какими-то моментами, да. Уже вот, мне кажется, вот-вот, и мне уже нафиг ничего не нужно будет. Мне уже нужно будет только вот койко-место, телек, чуть вкусненькое поесть, да и все. Понимаете? И пока у меня есть еще вот этот вот, знаете, порох в пороховнице, я даю жару, как говорится, да, и я пытаюсь реализовать все моменты, потому что, мне кажется, уже скоро сил у меня не хватит. Не то, что не хватит, у меня желания не будет и сил не будет. Я уже скажу просто, не хочу ничего делать. И я понимаю, что пока есть эта энергия, надо делать, надо реализовывать. И я хочу прямо сейчас. У меня нет такого, что я хочу через год, я вот так надолго не планирую. Я хочу сейчас. Машину хорошую я хочу сейчас. Квартиру я хочу сейчас. И значит, сейчас нужно делать что-то, чтобы она была вот-вот. И ты начинаешь думать, и эти мысли, и вот и ты смотришь этот Инстаграм, эти красивые жизни, и все, оно тебя вдохновляет. Ты утром уже встаешь вдохновленная, окрыленная. А еще когда люди, близкие твои, работают, что-то у них получается, выгорает, тебе еще больше это все мотивирует и вдохновляет. Наверное, мои амбиции заставляют меня работать. И если ты очень чего-то сильно хочешь, ты обязательно найдешь время. Ты даже не будешь спрашивать, как его найти. Ты говоришь, я найду, я сделаю. Это я могу, это я сделаю. И делаешь. Вот так это работает.
Поэтому, если бы я не хотела заниматься этим, если бы мне это влом было, я бы не нашла на это время. Селена, какой цвет волос у тебя сейчас? Ну, вопрос, наверное, задавали именно под фотографией, а я отвечу, какой цвет волос у меня сейчас. Меня красил Михаил, это парикмахер, колорист, технолог, очень хороший знакомый моей подруги. Она у него долго красилась, и вот он меня пригласил, он сделал мне уход и покрасил меня. Очень много красок всяких использовал, да, то есть он на корни там наносил 3 варианта намешивания красок, оттенков, потом на середину каких-то еще 3 и на концы какие-то еще, то есть он там 10 красок, наверное, использовал. Одна там этот глушит цвет, другая этот. Ну, мне сейчас окрашивание мое очень нравится, крайне. Я у него спросила, какие оттенки он использовал, он мне написал, но сказал, приходи ко мне, я буду тебя красить. Вот, поэтому посмотрим. В следующий раз, возможно, я к нему опять пойду. Считаете ли вы, что родители должны помогать детям купить квартиру? Тогда и не планируешь покупать. Вообще, слово «должны» я вообще не люблю использовать в своей жизни и при общении там, да, с близкими людьми. Хочу, да? Хотели бы. Хотят ли родители, да? Я считаю, что если родители хотят помогать своим детям, то пусть помогают, но это должно быть тоже аккуратно, потому что если сильно прям много помогать, то дети станут такие вот беспомощные, да, и не самостоятельные. Вот этот момент мы как взрослые должны, конечно, учитывать. И я за то, чтобы немного помогать, мотивировать где-то, да, но, наверное, не полностью на все готовенькое человека сажать, да, мы просто его деградируем тем самым. Это хорошо, если ребенок вырастет такой сам по себе, знаете, с какими-то более еще высокими амбициями, чем то, что ты ему даешь, да, ты ему покупаешь квартиру, к примеру, да, даришь там однокомнатную или двухкомнатную, хорошую квартиру, да, а он хочет там, я не знаю, пентхаус какой-то, да, то есть амбиции бьют. Ты ему там даришь машину, ну, чтобы ездил красиво, аккуратно, недорогая машина, ну, хорошая, да, там, надежная, а он хочет себе Мерседес там какой-то последний, да, и это очень круто, если у него более завышенные цели, и он ценит, конечно, то, что вы ему помогаете, но стремится к большему. Это очень круто. Что касается должны, никто ничего никому не должен. Вот, дети вырастают, получают совершеннолетие, и, в принципе, они уже должны сами себя обеспечивать и все себе покупать. И вообще, считаю, всегда у меня было так, что то есть родитель дает тебе встать на ноги, дает тебе какие-то знания, помогает тебе с какими-то такими знаниями, вкладывает в тебя какие-то принципы жизненные, да, вот это вот все. А потом ребенок, у него больше сил, больше всего он должен помогать своим родителям. Родители уже устали, блин, и мне 35 лет, я уже подустаю, и не против была бы, если бы мои дети, если бы они были уже там за 18, да, помогали мне, как-то учились, там работали, и подкидывали денежку, и на продукты, и на все, было бы очень круто, если бы они понимали, что это надо делать. Это замечательно вообще, я всегда хотела быть таким ребенком, чтобы помогать маме, и у меня как только появились деньги, был один период, когда я была совсем маленькая, да, и был один период, когда я начала только зарабатывать деньги, там 11 лет было мне, да, вот такие, я, конечно, все тратила, и даже были какие-то у нас там споры, когда мама говорила там, ну, знаете, вот эти времена же были, да, денег не было, и мама говорила там на продукты что-то помочь, и я такая, да ни хрена там, да, не давала, как бы, ну, я была еще такая маленькая, я только дорвалась до денег, и мне хотелось скорее эти сладости, может быть, что-то из вещей себе купить, и, конечно же, я не так много зарабатывала, чтобы еще из этих денег отдавать там что-то на продукты, вот, поэтому я на отказ пошла, я никому не давала деньги, но я очень хотела помогать маме и за жилье платить, и подарки дорогие делать, и, конечно же, покупать продукты, и вообще в целом обеспечивать. Вот, поэтому, когда у меня уже появились, ну, более стабильный заработок, так и я уже стала так на ноги более-менее, для меня это вообще было нормой, заботиться о своей маме, о своих близких, да, это вообще нормальное дело. Я Дэнни планирую ли покупать квартиру? Нет, я не планирую вот так конкретно Дэнни прям купить квартиру, да. Есть у меня какие-то идейки такие, как могло бы быть, да, что и то, это будет зависеть, честно говоря, от того, как он будет расти, развиваться, с какими принципами, да, какой характер и что. От этого будет очень много зависеть. В целом, если я увижу, что,
что ничего его не испортит, да, и будет все хорошо. В целом, вообще, может быть, я бы хотела даже и жить в доме, да, чтобы у нас уже частный дом был с мужем, большой, красивый, классный, вот как мы хотим. И мы такие вот там, как бы, дедушка с бабушкой, да, такие живем. А ребенок, например, там работает, да, и как бы, ну, квартира, что бы она стояла, да. Ну, вот мог бы жить, наверное, в квартире. А если семья уже, то вообще прекрасно, да. То есть кому все останется мое, наше, да, с мужем? Кому все останется? Конечно, детям. И ты это делаешь все еще, как бы, с задумкой для ребенка. Но вот так, чтобы, знаете, заработать деньги и ему купить квартиру, нет. Он должен зарабатывать, покупать себе квартиру. Может, он даже и дом нам купит, а чего нет-то? Так, я уже задавала этот вопрос, но попробую еще раз. Чем известнее человек и чем публичнее его жизнь, больше негатива и критики на него сыпется со стороны других людей. Как вы справляетесь? Как не впускаете чужой негатив в себя? И как научиться реагировать на выпады окружающих, если ими движет только желание обидеть человека? Часто безосновательно. Буду благодарна за ответ. Вообще, чем популярнее человек, действительно больше негатива, просто потому что больше людей его знают. Да? Знает тебя 100 человек, ты получаешь, там, ну, к примеру, там сколько, ну, там 10-20% негатива. Да? Ну, смотря, конечно, что ты вещаешь. Ну, к примеру, вот такой, как я, человек, да, можно посмотреть. Да? Ну, там, вот, например, 100 лайков, там 20 дизлайков. Вот так, к примеру, да, ну, 20% негатива, к примеру, ну, 10 из них пишет, да, 20 из них ставят дизлайки, 10% из них пишут комментарии, да, там. А если меня бы миллион знали, да, то уже, считай, 100 тысяч негатива, да, а 10 миллионов, то миллион негатива. Вот, в такой пропорции я вижу. И как не впускать все это дело? Ну, во-первых, нужно быть уверенным в себе человеком и, как это сказать, да, не закомплексованным, уверенным в себе человеком, да, доверять самому себе, доверять своим окружающим. И тогда, в принципе, ну, логически подумать, конечно, могут задеть какие-то моменты, да, когда пишут по поводу твоих близких, тебя, там, что-то тюкают неприятные этим. Может все это дело быть неприятным, но ты здраво можешь сесть, поразмыслить, не знаю, пообщаться с другом, да, опять же, вспомнить прекрасных каких-то звезд, прекрасных людей, на которых тоже почему-то падает негатив, и ты думаешь, боже, почему? Да как можно про этого человека святого сказать что-то плохое, да, но люди находят, ну, такие люди. И как бы мы не монета, что всем нравится, и кто-то как минимум, даже если ты просто хороший, да, и действительно в тебе нет ничего плохого, могут, блин, да слишком ты хороший, подозрительно, понимаете? Люди просто из-за зависти какой-то могут наделить тебя тем, что в тебе на самом деле нет. Поэтому, когда ты это понимаешь здраво, искренне, то как-то ты приходишь в себя.